Миша, дорогой, обожаемый, великий и ужасный, с прекрасным десятилетним юбилеем твоего потрясающего детища, который так звучит, так как от чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Благословен день, когда мы с тобой увиделись. Для меня благословен. Ты помнишь, вот здесь... Спартак Анжи, было выпито немало коньяку, и это было прекрасно. Ты обладаешь удивительным свойством. Ты даришь поразительных друзей на всю жизнь, и виртуальных, и живых, никогда этого не забуду. Но я ведь с позволения сотоварищей, софутболистов, еще и поздравляю тебя с, ну, правда, не юбилейным, нам даже еще года нет, но мы те, кто были причастны к рождению еще одного твоего детища. «Открой рот, футбол!» Это было потрясающе. Я думаю, что мы будем расти вместе. «Открой рот!» Чемпионат по чтению вслух, и «Открой рот, футбол». И когда-нибудь, даст Бог, мы отметим еще немало славных юбилеев. А если кто будет обижать наше детище? С юбилеем!